В рядах голубых беретов очередная рокировка. Традиционно осенью часть покидают те, кто служил положенный срок. В глазах молодых людей радость и неопределенность. Радость от того, что скоро состоится встреча с друзьями и близкими, неопределенность от тревоги за будущее. Ведь теперь все будет иначе. Конечно, главные напутственные слова в этот день от командира. Да, мы в них вложили очень много заботы, очень много труда. Действительно, это уже сейчас стали те люди, которые выполняют задачи с полуслова, тебя понимают. Все просто, все легко с ними работать. И благодаря им, их уже умениям, которые они показали за прошедший этот год, наше соединение заняло первое место в силах специальных операций и стало одной из лучших воинских частей в вооруженных силах Республики Беларусь. Прощание со знаменами чести – торжественное и важное мероприятие в жизни военнослужащего. Теперь для каждого из них начнется новая жизнь. У кого-то на гражданке, а 50 военнослужащих останутся в родной части, в 38-й бригаде. Своей службой они помогли соединению подтвердить в очередной раз почетный статус лучшего, за что многие в этот день получили грамоты и благодарности. Однако в памяти останутся полевые выходы, учения, первый парашютный прыжок и, конечно же, товарищи, которые за год стали верными друзьями. Я служил год. Я после университета горжусь тем, что служил в армии. Поменялись многие ценности, которые были до этого. Хочу выразить благодарность своим прямым командирам. Это гвардии старший лейтенант Бужинский Андрей Валерьевич и гвардии старший лейтенант Левчук Михаил Викторович. Также хочу поблагодарить всех ребят, с которыми бок о бок мы каждый день несли службу. Было много интересного. Было местами тяжело, легко. В общем, это время, проведенное здесь, останется в моей памяти на всю жизнь. Счастливые, молодые, уверенные в себе, теперь эти юноши начнут новый путь, на котором также будут сохранять заложенные в них моральные качества, патриотизм и в том, что свое предназначение они найдут, сомневаться не приходится.